Сейчас масочный режим и режим самоизоляции работает на нас. Почему? Пыльцы в квартире значительно меньше. И если ты не выходишь на улицу, то получается, что и аллергена вокруг тебя значительно меньше. И если ты выходишь на улицу на 5 минут, ты не успеваешь получить такой объем, который ты получил бы, например, там, в течение 45 минут урока физкультуры. Поэтому части наших детей будет, безусловно, легче. И помогают нам еще дожди. Но дожди рано или поздно заканчиваются, пыльца приобретает устрашающий вариант. Все равно у нас будет максимум пыления 2 мая, поэтому отсидеться дома, если мы проветриваем помещение, все равно невозможно. Значит, очень хорошо работают все меры по санации быта. Увлажнение, очищение, даже вот самые простые механические свойства, типа марлечки на подоконник, да, чтобы вот пыльца на нее садилась, ложилась, и ее количество в воздухе было меньше. И все равно пыльца пробирается. Она приходит с нами на одежде, она залетает вот в форточку, и мы будем давать клинические проявления. Нелеченные или плохо контролирующиеся носы могут дать активизацию бактериальной флоры, то есть мы даем аллергические риносинуситы, гаймориты. Одно же не исключает другое. Мы можем заболеть ветрянкой на фоне пыльцы. У нас может возникнуть пневмония, причем не обязательно ковидные инфекции. Поэтому здесь мы всегда каждый год в мае работаем как вот машины по диагностическим критериям. И четко сказать, что вот это вот оно, а вот это вот не оно, все равно невозможно без конкретного осмотра ребенка. Лор-врач тоже принимает. И мы сейчас стараемся сделать так, чтобы у нас острых больных было как можно меньше. То есть все дети с температурами, даже небольшими, осматриваются на дому. Березка уже начала у нас потихонечку пылить. И выходит на максимум с 2 по 9 мая. И он заканчивается 29, 30, 28 мая. Потом начинаются луговые травы. 2 месяца. После луговых трав с середины июля у нас идет пыление сорных трав, которое заканчивается в конце сентября. У нас 6 месяцев пыления. Февраль-март – это было споры грибов. И эти дети с обострениями пыленоза уже ко мне приходили. То есть пыленоз уже идет.